Для взрослых привычное дело – удобные автомобили, такси быстрого реагирования 058. Для детей – белоснежные лайнеры с нарядными яркими гребешками. И везут они из обычной жизни в интернате в сказку. Алексей Ветров учится в школе-интернате номер 28 в поселке Суворов-Черкесский. Несмотря на юный возраст, молодой человек точно знает, в чем смысл жизни. Семья, счастье, там мультфильмы смотреть всего, с родителями, там со школы ездить куда-нибудь. А вот как организовать праздник для ребенка, Алексей пока не знает. И как хочет отметить свой день рождения, тоже не знает. Сориентироваться в жизни помогают взрослые. На юных гостей из Крымска счастье обрушилось в несколько потоков. С путешествием из Крымска помогли сотрудники Анапской роты ДПС, организовали перевозку и выступили с идеей устроить для детей-сирот праздник. Второй сюрприз – прогулка по Красной площади. И третий – просмотр нового мультфильма «Эпик» в киноцентре «Монитор». Сегодня киноцентр на Красной площади совместно с нашим давним партнером «Единой службы ДПС» 058 в преддверии праздника Дня защиты детей организовал показ мультфильма для деток, для наших юных гостей киноцентра. Мы всегда рады сотрудничать с нашими партнерами, организовывать совместные идеи, проекты. В преддверии праздника решили детям сделать небольшой подарок от своей компании, от такси 058. Ну, порадовать их в преддверии вот этого Дня защиты детей. Хотелось, немножко, чтобы они тоже почувствовали теплоты, какого-то уюта, не знаю, домашнего. Такие улыбки от настоящего счастья. Сделать праздник для детей – задача непростая. И дело даже не в деньгах. Важно особое отношение, неравнодушие и доброе сердце. А еще немного времени, чтобы через несколько лет уже взрослыми мальчики и девочки вспоминали этот праздник с удовольствием и знали, как устроить чудо для своих детей. У нас семья будет хорошая, у нас будет трое детей, мама, папа, так вот. А праздники как отмечать? Ездить куда-нибудь на отдыхи какие-нибудь, в кинотеатр. Маленьким им интересно, и надо рассказывать про этот праздник, водить куда-нибудь. Спасибо вам всем. И все, вот это счастье. Счастья не бывает много, и важно, чтобы кто-то следил и организовывал это счастье вовремя. Наталья Пухальская, Роман Карпов, Андрей Стародубцев, Анапа регион.